1996 год своего основания, на нашем факультете состоялся первый набор студентов на отделение философии и психологии. За два десятка лет мы разрослись до четырех направлений высшего образования, включая философию, культурологию, педагогику и педагогическую психологию. По сей день бессменным руководителем нашего факультета является Юрий Александрович Бубнов, ныне доктор философских наук, профессор, проректор по контрольно-аналитической и административной работе. Мы приглашаем на сцену Юрия Александровича для торжественного слова. За эти 20 лет факультет из малой, я бы сказал, такой камерной, структурной образовательной единицы вырос в значимый факультет. Я уже говорил, что ни одно значимое мероприятие в стране и даже за рубежом сейчас, особенно если это касается философии, не проходит без участия нашего факультета. То есть представитель нашего факультета во всех организациях, Российское философское общество, и Высшая аттестационная комиссия, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, это говорит о том, что мы действительно состоялись, мы представляем вот какое-то такое мощное, я бы сказал, образовательное учреждение. Как можно больше открывать образовательные программы.